Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами Артур, Гриша, Максим и я, Артём. Привет. Привет. Мы продолжаем проходить Star Wars The Old Republic, и мы вот пришли на какой-то квест, который находится в Касс-Сити. Давайте посмотрим, что нам там расскажут. Ты теперь брутален. Говорит, я ученик голоса Дарта Чарнуса. Я говорю от его имени. И я хочу обратиться к твоим... Ну, то есть, воспользоваться твоей помощью. Попросить о помощи, да? Я не веду дело с прислугой. Твой мастер должен сам прийти и поговорить. Мой мастер предпочитает находиться в тени. Но не сомневайся в его силе. Именно. И способности наградить. И в награде. Мне нужны индивидуалы, которые могут сохранить, в общем-то, секретность. Которые жесткие. И мне нужно уничтожить некоторых врагов ситхов. А ты можешь послужить неплохо. Я не прислужник. Я никому не служу. Я надеюсь, что ты быстро выучишь. Захватил диалог. Я выбрал плохо свои слова, я извиняюсь. Но ты необходим нам. Наш враг — это Ордер Ревана. Орден Реван, нифига себе. Офигеть. Культ дураков. Годами еретики Ревана, в общем-то, секретно нанимали офицеров военных, могучих ситхов. И также... Короче, офицеров и ситхов, и наемников. В общем-то, всех, кто может помочь им в их силе. Если это секрет, то как ты знаешь? Никто не успел выбрать вариант. Даже выбрать не успел. Реванит их называют. Мы изобличили многих вместе. Вместо того, чтобы следовать Императору и Темному Совету, они, в общем-то, следуют заветам мертвого джедая. Если узнаешь для нас лидера реванитов, мы тебя наградим. Они хотят, чтобы мы присоединились к культу. О, посмотрите, сколько я очков выбил. Он пустит тебя внутрь, но ты должен ему довериться. Смотри, сколько я. А, блин. А меня поболее. Ха-ха-ха. Уже мое доверие. Мой хозяин может быстро тебя наградить. И ты получишь огромное удовлетворение. Будет насилие. I'll work with you. For now. Пока с тобой сработаю. Пока. Заслужи, в общем-то, встречу с их лидером. И будешь жестко вознагражден. Вообще, конечно, Реван — это круто. Тут встретиться. Короче говоря, для нас задача — это нужно найти этих реванитов, которые как-то вообще, то есть, отсоединились от основного темного совета. Основного нужно... учения ситхов, у них свое там какое-то оно получается, да, поклоняется. Учение Ревана. Центральную, все в центральную. Может, пока что бомбы найдем, нет? Да, у нас небольшой квест есть на 4 бомбы. Давайте, да, бомбы найдем. А мы поехали за другим квестом. Короче, поехали... вернее, нам сказали вступить в этот культ и найти. Да, перед этим. Кто их лидер? Перед этим террористическая организация какая-то заложила всякие какахи в городе, и нам нужно их прибрать. Это такой случайный квест. Робот, робот. Да что ты? Который нам все-таки нужно найти. Реван это вообще. Реван это, блин, офигеть. А я не знаю, кто это такие. Расскажите. Экскурсия для тех, кто не в теме. Ну, в общем-то, Реван это, ну. Отсылка пока такая. Обезреживаем бомбы, извините, давай. Между делом так, красный и зеленый, да? Первая часть его. Один из самых. У вас должна быть бомба, чтобы использовать. Подожди, Джеки, мы поняли. Нужно найти бомбу, положите ее туда. Дальше. Давайте ищем бомбу. Тёма. Ну, в общем-то, там в процессе игры, в первой части, вы узнаете, кто такой Дарт Реван и прочее. Вот. А, вот она, бомба, я нашел. Я тоже нашел. Я тоже. И кто такой Дарт Реван? Ну, я не знаю, спойлер вообще-то это будет. Ну, по идее, спойлер, если кто-то не проходил. Да, блин, игра вышла 15 лет назад. Ну, в общем-то, в итоге оказывается, что главный персонаж, за которого ты играешь, это Дарт Реван и есть. В общем-то, его предал ученик свой, Малак, и он там память потерял. Ну, короче, чувак крутой. Окей. Я еще одну бомбу нашел. Так, и после... Все, последний осталось, можете больше не искать. У меня в руках. И у меня еще есть. Кидывает. Это сколько получается? 300 лет прошло с того момента, как мы Ревана видели в оригинальной игре. И вот сейчас... Я несу последнюю. Действует
Все, возвратиться к доске. А мне еще одну. Ревен, на минуточку, это один из таких центральных был фигур ситхов. Да. Не просто главный герой какой-то там игры, а там полководец, там воин просто. Да, он, в общем-то, повел там против республики. А мы его сможем прикончить? Или он уже мертв? Ну, по идее, должен был бы быть мертв. Там еще был такой лорд Малак. Да, это его ученик, который его предал. Ну, это такая стандартная метода у ситов. У ситхов, да, это вполне себе. Так. О, нам дали бошку новую. Sorcerers. Да, тебе не помешает новая башка. Шикарно. Подожди, а что это такое на самом деле? А, ты посмотри, да? Крутая. Хоть эту шапку дурацкую снять можно. Шикарно. Ну, вид какой-то глупый, конечно, ну ладно. Хотя шапку апгрейдить можно было. Я вообще не понимаю смысл одной. А, потому что одна хэви, одна обычная, понятно. Ну хорошо, щеки закрыли. Шея сломана. Теперь можно не бриться. А ну-ка, погодите. Мне очень интересно, как выглядит этот. Это интересное устройство на моей шее. О! О-о-о. У тебя вообще это как ошейник какой-то. Так нормально, я тебе резол. А ну-ну-ну, покажи. Так, подожди, я не в ту сторону побежал. Да, мощно. Зол. Киборг зол. Скоро совсем в робокопа превратишься уже. Даст бог. С надеждой такой. Так, что нам? Тут какое-то задание, кстати, вы видели, нет? Ну-ка, секунду. Где? Подожди. А вот оно светится там. Да, у тебя круче. Хотя нет. А покажи свое. А ты приблизь просто колесиком. Ага, вижу так. А, ну у меня просто оно больше. У меня тяжелая броня, у тебя легкая, видишь? Speak to zone. Каждого а, спать. Это ж то, что мы взяли квест. Да. Так, вот, пойдем с этими реванитами связаны. Или потом. Да у нас тут вообще полно квестов. Давайте слетаем, слетаем в центральную. Я слетал на централку, да. Да, да, потом мы все равно возвращаться будем. Назад. Искать. Сейчас я Артуру зад еду. Соблюдай дистанцию. Я не смогу. Я пьяный за рулем. Все. Бам. А у Артура справа миссия, а у нас по центру. Да, сначала к нам, потому что у нас весело, а потом к Артуру, потому что у него долго. О, опять письмо пришло. Опять письма пришли. Шпионские игры. 255 кредитов. 255 кредитов. А мне что пришло? А где вы смотрите? Я не могу понять. А, вот почта. Армор Мех. Это, наверное, тебе, Артур, да. Слот МК1. Ну ладно, requires. Я пока не понял, как ими пользоваться. Ладно, я тогда все буду складывать, может, он когда. Мне немножко денежек прислали и все. Да, 190 мне прислали. Но это чисто квестовые такие, это NPC присылают. Могли бы побольше прислать. Именно. Скоты. Пойдем убьем их, пойдем найдем этих NPS, которые нам отправляют. Я им свой вибромеч засуну в виброзадницу. Ситки, жадные, злобные. Ситки! Включи вибро. Подожди. Артур. Но все равно мне нужны мои деньги. Подождите меня! Мне же интересно. А че не заходишь-то? Тут клёво. О! Я зашел. Он вот сейчас пыточно тут идет, что ли? Аааа, я не могу сломать. А, у вас там он все еще живой, что ли? Он все еще его пытает. Я не могу его сломать. Че он так заорал-то? Это, наверное, зеркало. Зато ты можешь кричать. Отлично орешь. Отлично легкий верит. Следи за своим языком, или я его отрежу. Это я первый раз увижу в таком настроении. Известная сила в этом человеке. Экранирует, в общем-то. Что нет подозрения? Этот республиканский агент — ключ, чтобы открыть угрозу, которую мы скоро встретим. Говорит, зол я очень сильно. Я, короче, должен, да, направить гнев. Разбуди меня, как закончишь. Разбуди, говорит, как выяснишь что-нибудь. Говорит, я бы тебя наказал, если бы не был настолько почтен твоим прогрессом. Говорит, твоя работа там с чем-то, типа, убить сына этого пацана. Ну, разозлить слова, о том, что ты убил сына этого. Гратена. I haven't heard from Dykel Ball, my agent in Gratton's camp. Is missed a scheduled communication? Спрашиваю за своего второго ученика, да, которого мы были на связи. Так, что, скажи, что так вышло. Доставил ли он мне неприятностей? А,
Я решил убить. Потанцевал, говорит, на его трупе. Спустил ему всю кровь. Да ладно! Я не такое могу. Я еще не задача. Нужно заслужить свое повышение. Теперь вернемся к моему пленнику. Остался один, одна возможность сломать его. Я вообще не думал, что это уже невозможно сделать, да. Вот Dark Temple. О, темный храм, отлично. Вот как раз назад. Эпицентр темной энергии, да. Сейчас мы туда отправимся. В катакомбах храма. Ужасные эксперименты. Знание жизненной эссенции из этого великого ситхолорда всех времен. Эссенции жизни величайших ситхов-лордов всех времен. I'm sure that he would be relieved to hear that you approve. Император создал девайс, который называется The Ravager. Врыватель. Который управляет его жертвами разными. Даже самые сильные ситхи не признавали, в общем-то, то, что император было бы прикольно быть во главе. Я верю, что император был лучший игрушкой. Я бы не стал называть это игрушкой. Ученик. Его не так просто достать. Но он хоть и спрятался. Спрятался в темном храме, который станет его смертельной ловушкой. Легенды описывают секретное, в общем-то, убежище. Глубина. Зал. Будь быстрым, ученик. Окей. Общими усилиями напереводили. Ну, в общем-то, шустрым он. Да я отдыхаю просто сейчас, потому что мое там будет. Там, как обычно. Как обычно, все в воздухе висят. Так, ну, а он тут награду дал? Да. Конечно, как же. 225 кредитов. Я богат. А как он взбесился, да? Да. Да, вообще. Так, мы заходим. Теперь то же самое. Я вас догоню. Я пропущу это все. Ну ладно, тут, в принципе, действий никаких. Несколько. Ну да, мы уже тут все. Интересно, мы будем его лицо. Увидим, наверное. Когда будем его убивать. Ну, по идее, мы же должны убить своего мастера, чтобы дальше продвинуться, встать на его место. Традиции, чтобы... Ситхи! Кровожадные, злобные. Ситхи! Артур такой, мастер скажет, давай, ты должен меня убить, что с этого места. Артур такой, ой, и убежит в укрытие. Мужик, я такой, я вас прикрою. Так, я закончу. Давай. Там 200 очков зла, по-моему, нам еще дали. Прикол. Блин, я не туда зашел. Ой, я тоже, я за тобой пошел, думал, ты меня приведешь куда-нибудь. Что-нибудь хорошее. Привел. Так, здесь все. Артемовский где? А рядом с твоим. А, не, нифига. Нифига. Мой тут неподалеку. Ну пойдем. Да, скоро флешпоинт, скоро флешпоинт. Вот у человека радость. Флешпоинт. По-моему, обычные квесты не хуже. Нет, хуже. Единственное, там во флешпоинтах это Call of Duty постоянно творится. Джек Шепард, ты куда? Я к вам. А, ты просто с другой стороны пошел. Да. Так, все, да? Блин, у тебя опять девчонка. Отличное так место выбрала посидеть. Лорд Зэш. А мне показалось, что ты один разговариваешь. Как раз вовремя, ученик. Скажи, что ты преуспел. Скажи, что у тебя есть, в общем-то... Технология, чтобы уничтожить. Технология, да, чтобы его уничтожить. Ну вот. It's time to kill Scotia. Пора убить Скоутия. Великолепно. Превосходно. Время дела делать, короче. Скоша, в общем-то, в своих покоях. Приготовься встретить там какую-то мощную силу, в общем. Он стоит между нами и честью. И славой. Славой. Славой, окей. Хондр, честь, точно. Жду не дождусь.
Отлично. Теперь слушай внимательно. Так ты убьешь Скотти. В общем-то, реликвия, которую ты нашел под этим колоссом, это ключ силе, к его силе и к его трандашанским телохранителям. Трандашаны должны отойти, в общем-то, или атаковать его самого. В общем-то, этого хватит. Первый шаг твой. Then I use the anti-cyborg prototype to disable him, right? Exactly. Как только телохранители исчезнут, ты сможешь подобраться к нему и использовать прототип, который ты украл. Но будь осторожен. Скотти больше машины, чем человек. Да, в общем-то. Его убийство будет с испытанием. На слабака мне место в силе. Испытание. Я сплевал его. Глупая женщина. Хотел посмотреть на его лицо, когда ты его уничтожишь. Теперь, если ты сейчас мне нужно в контину. Да, встреч меня там, когда закончишь. Пошла, короче, водочку-то жрать. Да, без меня. Животворящую. Иди, говорит. Жертвую своей жизнью. А я пока пойду бухну. Сейчас у Артура такой квест. Yes, садите в Nexus, вам нужно побухать с кем-то. И тут такой, Артём такой. Артур, ты ничего не хочешь мне сказать? Nope. О, пойдемте сразу сходим к этому Скотти. Навалим ему по щам. Ну тут рядом. Нет, сходим к Артуру. Не, ну вот уже, вот буквально здесь. Ну туда же надо идти. Ну что, сюда же? Туда же. Ого, ну пошли. Куда вот... туда же? Ты что-то меня запутали опять? Мы бежим. Куда? Куда? Туда! Если Артур красная жара. Даже в споте, то я, конечно, я не я такая. Кучка не моя. Вот его надо. Кстати, я первым делом думаю, блин, думаю, вот кого там везет с начальством. У кого-то толстые визгливые мужики. Продаем шляпы. В масках. Ага. Тебе же он нравился. Не, ну он по-своему прикольный, но после того, как я увидел свое начальство, ваше начальство отдыхает, мое начальство вашему начальству бы настучало. А почему-то вот оттуда, откуда мы только что вышли, написано «Миссия гигантских убийц и сатан рулит». Мне кажется, наш начальник вообще любому настучит. Да, даже вам. Ну, но у тебя, место, короче. Твой мужик тоже крут, спору нет, но если они сойдутся в драке, то мне кажется, мой мужик набьет твоему мужику. Как это, как две проститутки разговаривают. Мой мужик твоему мужику. Мой сутенер твоего сутенера делает. Мой ребенка в детском саде. А мой папа. А мой брат вообще каратист. Да, да. Как это? Кто круче? Твой отец или Брюс Ли? Так, лифт. Ждем лифт. Мой Брюс Ли. Лифт приехал или. Я не удивлюсь, если мы сейчас куда-нибудь в ад туда будем. Какой вы лифт ждете? Артур, ты забыл, тут же слева обходим и заходим, нет? Ну, вы прекрасно. Пришли такие в лифт. Ну, ждём лифт. Просто а это чё? Секретный лифт. Для придурков. Секретный лифт для придурков. Обычный пароход, мы в лифт. Да, харе. Артур, ты тут прокачайся. Фиаско, я потерпел. Шпионские игры. Забыли. Я просто думал, там секретный лифт, убежище, там, СРУ или что-нибудь такое. Это как мы Диабло проходили, там, пришли в тупик и секунд 20 таки втыкаем. То есть сейчас даже ситуация. Так, короче, тихо, я перевожу. Свою я перевожу, давайте, кажется, свою будет переводить. Нет, я так не хочу играть. Слабак. Хранитель 3, мне нужна связь с Доминатором, если Джатос желает посмотреть. Мы должны дать ему эту возможность. Включаем связь. Все синхронизировано. Рад, что ты нашел время навестить нас. Займи место, сейчас начнется брифинг. Ох, конечно. Вы получаете нашу передачу? Да, продолжайте, хранитель. Хорошо. Вы знаете, что мы пытаемся уничтожить диссидентов. По последним операциям у нас есть информация, которая нам нужна. К сожалению, новости хуже, чем мы ожидали. Скоро будет серьезный удар, самый главный. Диссиденты планируют напасть, получить древнюю силу, которая содержится под столицей. Так. И как, насколько быстро это будет немедленный удар? Похоже, они уже на их пути.
Короче, они хотят ударить по станциям электричества. Будут убиты сотни людей. Получат контроль над вооруженными силами. Короче говоря, они тоже хотят это сделать через темный храм. Оттуда они хотят это все активизировать, и тогда пойдет большая жопа. Помолчим. Расскажу тем, кто не знаком с историей. Темный замок до того, как, собственно, колонизация была. Так. Я заперевел. But whereas we saw the Dark Temple as a threat to be contained, the dissidents saw it as an opportunity. The temple was directly above the key power junction. Да. If the dissidents can push past the phenomena, they can access the grid. Если диссиденты туда попадут, к этой феномене. They have supplies, maps, and weapons. Тебя чуть плохо не слышно. Подождем, да и потом скажем. Это суицид, не делай этого, Артур. Короче говоря, да. У этих диссидентов есть все, у тебя нет ничего. Если ты туда пойдешь, это будет самоубийственное задание. Понятно? Я сделаю это, мой генерал. Отлично, Артур, у нас есть новые прибампасы для тебя, как для Джеймса Бонда. Классная машина ждет тебя. Нет, это моя машина. Отряда не будет, темный храм, древнее место. И его нельзя беспокоить. Мой агент пойдет один. Я... не подведу. Нас не пустят, по-моему, с тобой. Я прошу, передумайте, если диссиденты потерпят удачу. Ой, ну, то есть, если их ждет удача. Духов нельзя тревожить ни террористы, ни имперскими агентами. Лишь у тебя одного хватит на этом задании. Мое дело закончено. Делай, как желаешь, хранитель. Хорошо. Решение сделано. Ты пойдешь в темный замок. Останови радикалов, чтобы они не достигли источника и не сдетонировали свои заряды. Ну так я пойду. Хороший парень. Даже они понимают, видишь, присохло уже ко мне. Удачи, говорит. Опасно, говорит, все. Давай, да не беспокойся. Когда вернусь, мы попразднуем ты и я. Но если тебе поможет. Да вот этот лысик ее закадрил уже, по-моему. Ага. Пока что мы понимали. По правом бегать. Мне опять давит почему-то. Какой-то непонятный. Ну, в общем, вот у нас офигенно, как-то более такие квесты, там, политика, то есть такое, ситхи, все дела. А тут именно... люди заботятся о безопасности, прежде всего, этого дрома. Оперативная работа. Все волнуются, что там в храме какая-то движуха. Артур такой, да, окей, схожу, да, сделаю, ладно. Девочка, где меня? Окей. Так, где у нас тут? Какую-то маленькую девочку, дочь какого-то купца соблазнил. Да ладно. Как тебя только за педофилию не упрятали? Короче говоря, по-любому нам сейчас придется идти в этот Dark Temple, темный храм. Все, причем всем, всем сразу. И всем по разным темам. Артур, ты будешь прокачивать скиллы свои, нет? У меня не прокачано. У меня там ничего, по-моему, у меня все закрыто. Да. Почему нам нужно карту вот сейчас открыть, как выйти? Вернуться в центр, где у Тёмы какой-то квест. Да, у него там квест. Посмотрим сейчас. То есть а я же вам говорил, говорил. Нет, просто мы как-то это все решили по порядку. Вот, смотрите, реально машина уборщика в супермаркете поехала. А, все, он ее снял, печально. Ты про что там? А там чувак ехал на таком скутере, который вы хотели. Машина уборщика супермаркета, я ее так буду называть. Я хочу такой. Такая ботва. Нужно понять, кому нужно заплатить деньги, чтобы позволили нам покупать это все. Так, а что вы куда пошли? Нам уже нужно вернуться в центральный этот... центральное крыло. Шустрел уже улетел. Я просто думал, я жду меня... Артура с Тёмой. Нет, ну я думал, меня отвезет просто. Я не хотел. Вот сид Сантум, и туда нужно зайти. Вот, отлично, просто отлично. Я самый первый. Ты обратно прилетел? Да, он туда обратно слетал, короче. Ага, в наше время в булочную на такси не ездили. Но все равно мы первей. Да нет уж. Да ты смотри, На пол отрубай ему ногу, отрубай! Я первый, все, ты проиграл, Джек. Неа. Да. I am the winner. You are a loser.
С тебя гонщик? Это у людей проблемы, да? Черт, нос к ногу. Копят гнев. У ситхов там. Вас ждет там страшное испытание. Я первый. Чемпион, то есть. Так, кто сюда может войти? А, вот. Ой, а что ты голый вдруг стал? Нет, тебе показалось. Он у меня прошел через... Ну ладно, увидишь на видео. Ну, зачем тебе смотреть? Я ящерица, клёво. Я умею говорить вот так. Я клёвая ящерица. А ты кто? Я никто. Ёбану. Слышь, а страшный мужик. О, похож на тебя. Чуть-чуть. Ну ты красивый. Что заставило этого раба сюда войти? Говори, раб. Ты что, с ума сошел? Или ты хочешь сдохнуть? Скажи, что ему просто... Мы сейчас оторвем руки и поиграем ему в боль. Это будет очень весело. Считаешь, что это плохо? Говорит, тебе пора познакомиться с моей другой личиной. Скис? Да, мой ученик. Ты мой злобный. Учитель. Убей его. Да с удовольствием, мой мастер. Такой, ну ладно. Убей мастер now. Я теперь твой господин. I'm your master now. Табличка. У него табличка. Скеск, мой брат, что мы должны делать? Это табличка, мы должны подчиняться. Я думал, будет битва. Умно. Зэш, в общем-то... Много ночи, наверное, провел, чтобы додуматься до этого. Что, прикажешь моим охранникам убить меня? Или можешь... Или что там? Уйти? Или прикажешь ему убить меня? Убить. Бери с ним один на один. Ну, чувак. Почему? Мне дадут темное сторону. И вибро меч такой в руке. В общем-то, они выполнят мой приказ, я надеюсь. Они слишком слабы, в общем. О, занимательная физика с стрелой. Склоном. Так он ситх, что ли? Конечно, то. Ты еще чего костюм разбил? Не стоило тебе этого делать. Охранники, они что? Показуха. But you subverted my authority. Ну ты говорит, подвергаешь сомнению мой авторитет. Рабов, да, сделал меня злым. Angry. Убийство тебя will be over too. Скоро будет закончено. Слишком, да, слишком быстро. No. В темной стороне. Сначала ты пострадаешь. Так, ребята, да ну нахер. Артем, ты один. Мы бросаем тебя. Да, в общем-то, это тот самый лорд, который встречал меня, когда я только прибыл на Дормунд Касс. В общем, не он сам встречал, а его шестерки. О, я... И он такой прямой соперник, скажем так, лорд Зэш, моего мастера. Поэтому бывает и такое. Он сейчас ответит. Ну он какой-то вообще слабый, у вас жизнь вообще не уходит. Или это не я все проверял? Я не понял. Я проверяю новые скиллы, но деньги у нас не работают. Да нормально все. Ну что нормально то не? Ае. Да как ты? Зак! Ты убил меня! Зак. Где разница? Не, это сделал я. Не обвиняй, Заш. Это все я. Безумный. Ты не знаешь, что Заш может сделать. Думаешь, как это много... Вот, как она так много лет, в общем-то, она потратила, чтобы меня убить. Чтобы меня, да, убить. Она убьет и тебя. Точно так же убила меня. Ну хоть умер нормально, не так как в Бэтмене эта девочка. Вообще-то не сможет, если я... Что ты ее убить хочешь? Придет, то я буду к этому готов. Вот и все. Ну конечно. А тут он даже с ней еще не попил ничего. Да, даже в планах не было, Джек Шепард, отвяжись от меня. Так, что у нас осталось-то в этом здании? Одна девочка была запланирована, которая дочка торговца. Изначально. Ну да. Жигала. И машину хотела своего мастера угнать. Да, было и такое. Так, ну все, нам к темному этому храму.
Осталось пилить, похоже, больше пока что делать нечего. Там разберемся, а потом уже пойдем к флешпоинту. Как раз нам надо будет возвращаться на имперский флот. Mm-hmm. И по дороге на Татуин мы... Или а давайте сразу полетим к этому храму. Ой, а я нажал. А это только ты можешь туда полететь, потому что... А, что вот был? Я уже туда, ладно. А как туда можешь лететь? Ну, он, там был. Он там был. А, я там делал куб себе вот этот вот суперский. А, понятно. На подходах к храму. Я-то думаю... А я-то дура. Так, я пойду еще раз посмотрю тут на эту катсцену. Тут Bounty Hunter такой. Так, ну мне еще надо в контину зайти. Я такой, ребята, бегите, я остановлю взрыв! Я сяду. Давай, давай, говорит, разминирую, давай, пап. Ну, погнали в контину, тут заскочим. В контину? Что там в контине? Ну, Лорд Зэш меня ждет там. А, ну точно, да. Да, да, я лечу. Ты все еще летишь, что ли? Да, ты знаешь, как далеко лететь? Да, да, там вообще. А представь, как далеко бежать. Да. Нам, кстати, не помешали бы машинки, действительно, всем. Вот мы бы так быстренько... А, ну можно за 100 рублей повысить свой аккаунт, и ты получишь... Еще на эту игру тратить денег... No way, да. Да. Drummond Cass, короче говоря, пройдем и там уже купим. Да. Да, там не так долго и бежать. Там просто много всего прикольного будет еще по дороге. Ой, блин, я же не в контину бегу. А я за... А ты за мной. Как нормальный такой парень. Говорит, да, пойдем в контину. Свою голову надо иметь. Смотри, Виталя. Виталя стоит невидимый. Ну ладно. А, где Виталя? Вот сзади нас стоял. А, ладно, да. Невидимый Виталя. Когда мне звонит президент? Никогда. Виталя. Ты сейчас, кстати, не слышали этот прикол? Я слышу. А я нет. Я тоже клип смотрел. Я вообще не понял. Это же Виталий. А, все, да. Все, я вспомнил. Чувак, да, 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 да. Он был любую чику. Это все, это секс. Да. Виталия, Виталия. Я не в теме, наверное. Джагон Шрушев. Ребята, кто-то сейчас может не успеть. Но, да. Я лечу. Бывает. А от кого ты ждешь? Я жду Джек. Я лечу. Блин. Да он нам не я нужен, Артём. Пешеходов. Хранитель лифта на месте. Он вверх. Сейчас оформим. Шеф, поднимай. Ой, я у стены, на которой Артур застрял. Ну да. На коварно. Надо ставить таблички. Память. Да. Все, я прилетел, теперь остался лишь добежать. Ох, как он его прям... Да, его прям корёжит всего. А у меня, смотри, какой фоллоймит. Давай я тебе прям это, так аккуратненько. Остановился так на полфлое, успел. Мои зрители, вы не увидите этого кошмара. Я ухожу. Подожди. Мы еще не закончились-то. Уйди от меня. У меня есть гигантская дилда. Джек Шепард, ты где там? Я бегу уже, братюнь, я хотел остановить. Вы entered rested zone. Мы в rested зоне, ребят. О, этот как лифт. Артур, на надкуси. Уйди отсюда. О, Чеки приехал. Я боюсь представить, что ты спать. Пошли. Давай, Тёма, после тебя. Налево. А, налево, окей. Налево. Это был я правильно. Как пролево. Не пролево. Это что за лаборатория? Это твоя новая подружка. Сидит вот здесь. Этот чувак с бакенбардами ее мозг по-любому. Just scandalized. A Mandalorian. Мандалорина. Does nobody value Sith blood? Никто не ценит кровь ситхов в эти дни. Я знаю, знаю. Ты что так не думаешь, Зэш? И тут я такой. I'm sorry. Will you excuse me? Простите. Позволите мне тут поговорить с моим учеником. Ну давай, если надо. Со императору ты прибыл. Скажи, что парень мертв. Я тебе говорю, часов всякие скучные. Я, в общем-то, надеюсь, ты пришел меня подбодрить. Ну, флирта нет. Называй меня Дарт Киллер. Я убийца.
Excellent. Он умер. Отлично. You have performed magnificently, apprentice. Хорошо справился. Ничего этого без тебя бы не произошло. Лорд Зэш. Дартанатон. Дартанатон. Я почти на. О, музыка пошла. Тан-тан-тан. Что-то такое там. Ты какой-то важный парень, да? Yes. I'll just let you two chat. Да поболтайте уже вдвоем. Никуда не уходи, ученик. Этот звонок долго не продлится, и, в общем-то, у меня есть для тебя еще инструкции. Как я и говорил, мой лорд, я почти на. Почему ты мне звонишь? Ты нервируешь меня, Зэш. Думал, ты умнее. При всем уважении, я не знаю, о чем вы говорите. Не надо со мной. Не надо, в общем-то, мне врать. Скотти умер? Да ладно. Первый раз об этом слышу. Когда это случилось? Только что, Зэш. И ты об этом знаешь. Что ты хочешь получить? Его место и уйти. Я здесь была уже годами на этой вечеринке, я говорю, до хрена выпила, короче. Я говорю, точно уверен, что никого не убивала. Алиби есть у меня, короче. Зэш, я, в общем-то, не хочу иметь... Да, быстрее хочу, не хочу вести этот разговор. По телефону никто не хочет. Давай-ка встретимся, да? Это будет, говорит... Это, в общем... С большим удовольствием. Да, с удовольствием. Ну, в общем-то, потрудись объяснить, в общем, это. Что это было? Да, я поговорю с Танатоном, и потом встретимся в владениях Дарта Скотча. Он одинамит тебя уже второй раз. Говорит, ты теперь, говорит, давай занимайся своими делами, пока я занимаюсь своими. Да. Отлично. А я пока рисуну вам вибромеч. Ох, у нас новая шутка. Да. Ну, в общем-то, так. Она не зря зашла в эту контину. Ну, в ней все продумано, похоже, скользкая такая. Кому нужны лифты? Сейчас такой лежит со сломанными ногами. Мои ноги. Помогите мне. Ой. 264, хорошо. Так, все, теперь точно выходим уже. В Dark Temple идем. В Dark Temple. Dark Temple. Я знаю, что там Dark Temple. А мне нифига не в Dark Temple. А куда тебе? А мне надо опять возвращаться обратно в такси. Скотти, который, в общем-то, мы убили. Ну поехали тогда. В его покой. Ребята, вы меня обманули. Ну что ж поделаешь? Я уже побежал на выход. Я уже жду флешпоинт, да. Ага. Все большой обман. Зрители, знаете, что это все один большой обман. Это все матрица. Матрица. Матрица существует! Куда? Налево, направо? Я по центру еду. И опять же, я вспомнил этого типа, который матрица существует. Да, он такой опасный. Ну, вот. Паренек. Валера. Все вспомнили. Валера. Опять сейчас будет ДТП, причем, наверное, тройное. А нет, все время подстраиваешься ко мне сзади. Я не могу. Потому что у меня вибромеч. Это все объясняет. Да. Именно так. Кстати, Артур, стой, ты будешь под моей защитой и под защитой моего выбора меча. Вот этого не надо, ладно? Не замай. Ситхи. Замолчали все, каждый о своем. Далеко идти нет вообще? Да нет. Сейчас на... Направо. Лорд Скотти там. Я просто не знаю, где право, где лево. Мы покажем тебе. Спасибо. Лево вот тут. Окей. Так, все собрались? Да. Okay. Что-то меня не пускает. Пупков умер. Пупков умер. Как это случилось? Он решил попаркурить немножко. Пойдем проверим. Чувак. Да нет, все нормально. Все нормально. Джек Шепард был убит. Куда ты дел? Тёма, иди сюда. Я не согласен. Смотри, как там клёво и светло. Пинаю. Как там светло и клёво. Спорим? Тёма, иди сюда. Спорим, ты не сможешь допрыгнуть до тут. Давай уже заходи. Спорим, я прыгну. Пойдем. Ой, а чё-то мужик мёртвый лежит. Так, где, Джек? Ты где? Я где появился, тут мёртвый мужик. Давай, подходи. Смотрите, ребята, трюк. Ставь его. Опа. Кто так ещё может, кроме как я? Опа. Над пропастью, как орёл. Как гордый орёл. Конечно, ты упадёшь-то уже, а? Нет. Я слишком жёсткий, чтобы падать.
Ну да. Жесткий. Посмотри, сейчас через перевал. Бежит. Опа. У тебя опять мечи торчат. Ой-ой. Ой. Все нормально. Я готов. Заходим. Пар. Давай. Кур. Пар. Паркур. Какой-то пот сидит голимый, лорд. И еще там тот стоит. Какой-нибудь расследователь, наверное. Наверное. Это тот, который отжимал у Джека, помнишь, кусочки табличек на первой планете? Вот он, вот он. Это ученица лорд Зэш. Still it doesn't hurt to ask, does it? Отжимал. I will not let it rest. Everyone knows Lord Zash was at the party when Scotia was killed. Да не расследуют, да не говорят, что он убил. Как она могла быть, мол, в двух местах одновременно? И такой убийца стоит такой, ха-ха-ха, они не узнают мой план. Заш ничего не делал. Да не глупите, я убил Скотша. Так это ты, в общем-то, глупый. Не будем недооценивать его, он очень-то очень опасно выглядит. Но темный лорд Ситхов, он там всего лишь ученик. Блин, ты должен, Гарри, сказать, как что лорд Заш убила, в общем-то, его. Это был как? Я. Это я сломал плотину. Я же сказал, что это я сделал. Сколько раз говорить? Это я. Это я сломал плотину. У тебя такой подлый голосок. Да он ничего не скажет. Ладно. Предупреждаю тебя, лорд Зэш становится слишком сильной, слишком быстро. Могущественно. Слушай, ты можешь просто взять голову одного мужика, голову второго. Ну такая же мысль, кстати, возникла только что. Просто в общем-то, я взял всю вину на себя. А тебе, я так посмотрел, это, по-моему, в кайф было. Репорт лорд Зэш, где она у меня находится, интересно. Значит, в контине, небось. А, нет, она тут совсем рядом, мне тут надо было не выходить. Стоп, мы должны были, да, дальше пройти. Не зря я сел в кресло. Так, ну что? Давай. Ну что, она хоть теперь скажете спасибо? Вряд ли, она еще та стерва, я чувствую. А Макс сидит. Perfect timing, apprentice. I just met with that insufferable fanatic, and I have good news. Только что встретилась с этим Таратоном, и, в общем-то, у меня хорошие новости. Ага. Ну и как все прошло? You would have been proud of me. I went into a reprimand, but I emerged a Darth. Дарт. В общем-то, она получила звание Дарта. Ну что ж, я поздравляю тебя. Ты его определенно заслужила. Я дофига сделал, но тем не менее... Теперь я свободно. В общем-то, я свободно действовать. Помнишь ту карту, которую мы нашли на Карибане, которая придет на могущество Тулакхорда? Первый клочок этого артефакта находится здесь, на Дромундкассе. Он находится в темном храме, в глубокой дыре. Вот это поворот! Now I have Scotia's title. В общем, теперь-то титул Скотти у меня, его покои, покои его исследований ключ. However, он сказал, что я попаду в темный храм только через его гниющий труп. Но тем не менее, говорит, я не попрусь в этот храм, ты потому что пойдешь ты. Вот это поворот! Всегда должен я за тебя грязную работу. Не, в общем, да есть причина, по которой я выбрала моего ученика. Из нижних рядов общества. Прежде чем я отправилась на Карибан, чтобы выбрать ученика, что-то злобное проснулось в темном храме. У меня было видение. В общем-то, ученик низшего происхождения, в общем, прошел все это. Будет вокруг тебя территорию метить. Короче, он успокоит этот гнев древний. Я всегда знал, что я особенный такой. Мама говорила мне, да. Я особенный. Должен пойти туда и встретиться с этим наваждением. Если ты это сделаешь, я надеюсь, что твоя человечность будет ключом. Все еще я хочу знать. Ты наверняка не тот, кого я видел в своих снах. Возможно, я шлю тебя на свою смерть. Ну, на твою смерть. Я люблю.
Какой-то агрессивный стал. Нормально, он наш, чувак. Братин. Может, у Лакорда ждет нас обоих. Мы не должны терять бдительности, и тогда она ждет успех. Используй этот гримф, чтобы войти во внутренние помещения темного храма. И дальше я прочитать не успею. Дальше, короче, говорит, подготовься, прежде чем туда переться. Короче говоря, у всех примерно похожий короче мотив говоря, был опереться. Короче говоря, завершаем серию. Короче говоря, уже время подошло? Да, как раз 15. Сейчас за такси, наверное, может, дойдем. Ой, я застрял в стене, ладно. Ну, бывает и такое. Я вышел. У тебя пока же самый интересный квест был. Из вот, вот из тех, что за эту серию прошли. В принципе, в ту же точку все идем. Но у тебя был развитие, да, дарт, которого опа, мы а просто напинали. Скиллы изучил? Тёма, да, там на выходе у тебя прям тренер? Да, разве? Там прям на выходе тренер. И у тебя как раз левел только. Ладно, давайте тогда серию завершим. Окей, да, завершим. Я думаю, мы до храма добежим, не снимает. Ну, минут 20 бежать пешим. Ну ладно. Посмотрим, если там какие-нибудь квесты будут интересны, да, то начнем, мы зайти, начнем с квеста. Ну так, в общем, сэкономим ваше время. Да. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся завтра. С вами были Артём, Максим, Григорий. Всем пока. Да, были всем мы. Всем пока. Пока-пока.